Так, а чё, куда пать тогда? Раз. 25 Я опыта. На РС КД, в принципе, могу зайти там за РДРу похилить, если Давай, нужно. давай, заходи, тусуй. Так, я что-то тут прям не разобрался, кто у меня не с гильдии. Так, Андиосик заходит, хорошо. Сейчас вот чат поставлю. Я тебя помню, нелегал, что ты с Улчата. Черный апельсинкой, ну не это Элен. Возьми. ХПС, да? Его в гильдию принять можно или нет? А у него своя гильдия. Всем привет. Линканул РК, 17 человек зашли, 18. Заходите, пожалуйста, активнее. Быстренько Да. проходим, да. И чё это за фигня? Чё за Где? РК новое? Это мое РК, потому что в РК гильдии у меня снят статус участника, и я не могу перемещаться по каналам. Ну, капец. Так, отлично, фулл рейд, еще раз РК. Шкаф стоит, сумоним. А у кого есть спек танка? Так, Даринон, спекайся сразу. Ты на фул. А, Моровин, Даринон, спекайтесь оба. Вы будете со мной танчить. Посмотрим, Моровин, наверное, затанчишь тьму. Тьму танчил Моровин? Я не танчил, я только свет танчил на нормале. Хорошо, значит свет будешь танчить. Так. Ну и самое главное, поставить активацию голоса. А?
гильдии еще есть? Не из гильдии еще есть? Есть хил, но хилить я не хочу. Ладно. Слава, а тут есть на ЕП 20 человек? То если нет, то мы спрекаливаем. Да. Привет, если 20 нет. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Пописать это все. Надо подождать. Ой, это танки. Сейчас макрос запилю пока.
Давайте фулл баф дадим еще хотя бы чуть-чуть. Я друид, алё. Жди, а поставьте столик еще. Сейчас, где? Где-то барабаны валялись, погоди. Где рыба, где? Бафов вообще нет, на хантах нема ни кулака, ни каски, ни МП-5. А, понятно все. А где паладины сидели? Да нет, вон в кильде есть, 20. Мне спекаться в хилам. Цирк приехал. Thank you.
хватает героев и без тебя. Так, где там он? Двое сильнее страдания. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Меня не резнули я или что? А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Да. Мали. Рубиновое святилище пало. Да.
Дайте рыбу. Где еще, блин, Войд? Забылся. Завтыкал. Ага. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Бежали. Ходите, если посмеете. Посланником смертокрыла. Сейчас. Надо подождать. Могу использовать эту способность. Сейчас. Надо подождать. Сейчас. Надо подождать. Остерегайтесь теней. Могу использовать эту способность. Блин, здесь пойти не надо было, пожалуйста.
Ну, у меня просто вообще фигня. Еще один рейд будет следом, нет? Тоже 25. Я тут загрузиться не могу в два раза. Да, на друида зайду сейчас. Я пойду в свой РК, короче. Нет. На второй есть. Мое время, ничтожество. Кем пойти, смотри, есть ШП или РШАМ? Вон, возьми шамана с волчата. Приветствую. Мага тоже, Джордана плюсую. Он следом плюсует Джордана. Кай, на ком ты сидишь? Ну, у меня показывает, типа, короче, ты не в сети.
Да. Десятку РС не собираешь вообще? Да. Да есть, только я не играл давно, уже не помню, что тут нажимать. Окей. А я смотрю еще. Нарисовал чата, ходил с вами Магма, иду в эти ПДК потанчить. Да. Угу. 6.3. Да. Просанул. Нет, я в прошлом рейде был Маг. Может, я на Мишку пойду? Может, на Мишку пойти? Мишкой играть? Кто там играть-то, Мишка? Да полный он. Сейчас зайду. Да. Присумонить, прессуйте. Это Рэл, если есть
БДК, я могу зайти в БДК на хантаж, если что. Я присуну там. Да тут шкаф стоит уже. Кто такой идиот? Какой захил.
Ты же всего не набирал. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я вчера Иршам их. Я вот в прошлый рейд ходил Иршам. Мог сказать, чтобы я не заходил. Это было 3 Иршама еще сверху. В прошлом рейде хилил. Да, я в прошлом рейде хилил. Че, мы в 2 ДЦ будем, что ли? Ваши муки станут платой за это вторжение.
огне хозяина! Да. Горите в огне хозяина. Цирк приехал. Thank you.
вечное страдание. Алтар не оставляет живых. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный. Что, мне в ШП спекаться, да? Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Кстати, могу в сову спекнуться. Слуги, обратите их в пепел. Адиос. Святилище пало. Есть рыба. У меня одна штука осталась. Скалишь.
Выкинул, сейчас зайду. Да, не пускает на арчер. Тартаните без меня, если что, я чуть бы. Я вроде в линии был. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла!
зап, как в прошлом рейде. Эх. Отдай это, Лалана, я все равно этим медведем не играю. Вот подъебка-то, а? Кабидор, блять. А не, кидай туда, да. Не надо мне кикать. Подожди. Да-да. Нету. Ну, не надо, значит, все. Да, кого заводить? Смысл там, фловые все почти. Я сейчас ханта только буду хантом играть все время. Но он у меня фуловый в четырех спеках. Медведь, сова, эрдру и ко. Че там, это, 25 норму пойдем? Рэл, слышишь? Не могу пригласить члена. Убери Утхуса ЕП одно за РС-ку. Я ходил магом и этим, я просто не знал, что вы двойное не даете. За вторую РС-ку убери.
Да. Нет, пока не вижу. Могу пригласить члена другой группы. Ну да, вроде в чате написано. Да, все, 1400 норм. Можно там чай сделать туда-сюда, пока ты собираешь? Да, есть его, Бладибул. Нет, я графит. Да, я танчил уже. Мало провел. Погодь. Сколько тут уже 5 пугов набрали? Ай, не пойду, пойду я лучше чертежи сделаю. Дипломки.
Там уже трэш чистите, да? А Водина херня, блин. Я не молчат. БДК, АДК, ММ, Фаермаг и Африлок. Нет. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых. Африлок и Хант ММ. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праздник вернется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Да. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а Плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовки последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Форд. Да-да-да. Да. Силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Чем мы там? Идем дальше. Разберите кокон сзади.
уже достаточно таких предметов. Я видел Пета. На посильнее стоит. Рыба будет? Рыба стоит.
Только беги! Алло, алло, привет. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Малышка, беги! Надо подождать. Заклинание еще. Надо в эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Моей воле!
чужакам мощь нашего господина. Дибо вроде писал. У меня нету в списке Владибо. Мы оба не в списке. Значит, паролы. Что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Нету бы. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Там боешка в моде. Нормально такие плечи.
Привет. Ну, а я не видел атаку, увидел. Вроде плечи, вроде, блядь, боешка. Я в пушке сижу. Будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, слетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро поймешь! Пехота! Сержанты! Ой! Так то же самое, что ДЦ, только хилки чуть-чуть слабее. Спек есть, но я не собирал на холи приста шмот. То есть я в ШП буду. Ну, в шмоте ШП могу похилить Вальку в холи спек, если надо. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Оставьте мамонт. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. А у меня, походу, такая же шапка у Приста. То есть, если кому-то надо, могу отдать или рольнуть. Просто у меня шапка у меня такая же, да. У меня тут пару шмоток у меня есть на дух. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел.
и чист. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеч? Во имя короля меча! На трэш все залежь. Один. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Еще не готов. Да уже дал. Thank you.
Ви ж квест взяли на чому? Там же квест хотели делать. Так, тогда уже портал откроем, чтобы потом портануться сразу. Че ходить кругами? Гладишь, мразишь. Меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Ребята, я сейчас скажу, конечно, полную глупость, но очень похоже. Как играть за мага? Войт, это я понимаю, как бы. Сейчас прибудет ее подкрепление. Ну, начало правильное, да. Как вообще бой начинается? На двоечку ставишь, короче, эту бомбу живую, а на троечку глыбу, и все, три кнопки. Не, его а луки вот вешают. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом.
Да. 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 Что? Рыбу поставьте, если есть. Да, каску надо обновить бы. Найдете спасение, герой. Подавители сверху. Спасение, герой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Рот ебал. Жестче надо. Изумрудный сон. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. На небо за звездой.
цвет небес. Жизни цвет. Нареснуть можно? Нет, это мой голос. Да это не он. Я не Тангра. Ну, вообще-то Илан Гудзон, там, не знаю, Фойлер, как больше нравится. Меня не резнули, куда побежали? Спасибо. Представился тупо, да? Так, а теперь, ребята, расскажите мне, как начинать бой нужно за мага. Вешаешь бомбу. Ну, нажимаешь возгорание, вешаешь бомбу, прожимаешь копии, кастуешь, и все, шарик по кругу, глыбу. Обновляешь бомбу, как взорвется. Все. Дракончик-то вести? Да. Вот предположим, ожог он вообще нужен или нет? Если в рейде локов нет, то да. А если есть, то нет. О, а он что вообще дает? 5% крит по цели. Все, я просто понял, спасибо.